Повелитель? Какое совпадение? Совпадение ли мой падишах? Или же предопределение? Очевидно, Всевышний желал нашей встречи. Кто этот человек, Паша? Я не знаю. Я тоже вижу его впервые. Странно. Что странного? Вас называют правой рукой султана Мурата, его глазами и ушами. Я думал, что вы знаете о нем абсолютно все. Султан Мурат не похож на твоего падишаха. Он море, океан. А что касается этого, у каждого есть свои тайны. Например, у тебя. Разве нет тайн? Ноши, что остались от прошлого. Ты говорил, что у каждой моей победы будет своя цена. Что я не смогу пролить кровь, пока не прольется моя. Ты был прав. Я взял реван. Но за это была своя цена. Пусть наш Шахзаде прибудет в раю. Я задал тебе еще один вопрос. Да. Вы спросили, от кого продолжится род династии. А ты сказал, что это определит результат сражения с моим самым сильным врагом. Ты просил меня найти его. А я нашел того неизвестного, который приходил ко мне во сне и преследовал меня. Самый сильный враг... И есть вы сам. И вы давно проиграли в борьбе с самим собой. Ладно. А что будет сейчас? Известна участь проигравших в сражениях. Если они не умирают, то оказываются в плену. А вы сейчас находитесь в плену султана Мурата Хана, то есть в его власти. И вам не спастись от этой власти, мой падишах. Правда в том, что династия продолжит свой род не от вас. Ваши братья, один из них взойдет на трон. Вопреки вам взойдет.